Пацаны, извините, что мы так сразу начали. Мы тут, короче, просто... Мы просто тут сымся. Тут, короче, баба посылает мужика, и обосрала его по полной программе. Твою мать. Покажи всю эту переписку. Ань, тут не получится посмотреть. А, получится, смотри, открываешь. Но... там через эту... И листаешь просто вверх. Как? Просто. Кнопка вверх. Нифига себе. Вот. Читайте, ребята, кто на видосе сейчас. Нет, нет, я просто на видосе сейчас листаю. Читайте, ребята. Ебать. Девка обосрала пацана по полной. Просто читайте. Подожди, пускай наши прочитают. А еще посмотри, что она в этом, в самом конце написала. Опёздал. Это опёздал. Твоя мать, жалко, что я еще не видос не делал. Все. За кажись, Алис. Вот кажись. На таких можно положиться. Это просто. Я молчу. Ну, ребят, там, в принципе, видно, что ее надо сразу администратором делать. Это да. Давай делай ее. А то она. Давай делай ее администратором. Или мне. Все, короче. Это просто. Это вот Александр, первый раз. Александр пизды получил по полной программе. Был пацан и нет пацана. Все, 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 смотри, 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 смотри. Алиса, смотри. Алиса, Алиса. А у нее баг. Прикинь. У нее баг. У меня не баг. Ну. Я просто не могу проржаться, ну так на здоровье. Был пацан, а нет пацана. Давай помогу тебе. Не надо, не надо. Надо, чтобы она сюда подъехала. Вы так долго будете еще. Боже, новенькие. Нет, блин, старенькие. Ну, я, к примеру, 10 лет уже играю. Ой, пацаны, я застрял. Зашибись. Пацаны, помогите. Во, спасибо. Боже. Твою мать. Поход. Да, играл пацан с нами, доигрался. Сейчас скажут, да пошел ты нахрен, не женское дело. Вот он, ты угадал. Чего? Он это не писал. Не женское дело, хоть кто-то умный. Это кто там столько каши съел, что поднял такую эту бревно? Максим. Я. А, ты? Нихуя, ты жертрез. Мускулистый. Заебала она всю технику уже заняла. Где специалист? Все сигналы. Все, нашла, поехала. Она нас обосрала по полу. Слышь, ты видео продолжаешь снимать? Угу, да. С каждой минутой все интереснее и интереснее. Я понял, все. Просто давайте в сторонке постоим, поугараем. Покурим. Шухер инженер по охране труда прибылся. Блять, ошибся.
Пусть поработает. Чего это я, блядь, дрычу? Она нас полностью говном об... Обстрела или обстрела? Ты посмотри, что она делает. Ты она взяла, что... обосрала, так еще и, как полагается, работает. Что за женщина, у меня вопрос. Еще заняла технику. Пацаны, пошлите на 29-е поле. Пошлите. Взяли, съебались. Я туда поехал. Ой, блядь. Просто чисто все что? Съебались. Девка нас полностью обосрала. Ребята, мы просто все съебались отсюда. Прикинь, она нас вылила. Пацаны, она нас просто обосрала, смотрите. Мы просто все съебались. Ой. А где она? А, ты из какого региона? Фу, блин. Давайте здесь пилить. Складывайте мне. Фу. Слушайте, Алиса идет сюда. Нет, все-таки я пошел туда. Надо там деревья допилить. Это на мне. Может, реально фирмы мои поправляешь? Куда? Мне некуда. Может, реально. Ишь, какой. Это на тебе. Она с бревном. Она... за нами носится. Может, её... Не, взяла и... бы... Нет, обосрала, и плюс транспорт еще отобрала. Ни хрена себе. Ой. Че вы там делаете, блин? Идите все сюда. Мы и... Алиса с нами едет. Пацаны, идите все сюда. Это пили, наверное, давай доберем ту часть. Да, давай. Ох, меня ж прям просрало, какая. Пацаны, идите все сюда. Едем. Тут обелить надо. Я просто в афиге от нее, если честно. Ни разу такое не встречал. Думали, так и спокойненько. Ребят, давайте спросим на старину, ну, потом на виду. Я на ютубе спрошу на видосе. Смотрите, вот сейчас. Ребят, вот скажите, кто прав? Мы или Алиса? Вот просто чисто интересно. И, кстати, ребята... 100% Алиса. Ну да-да. Ребята, смотрите. Я жду 20 лайков, но больше 20 лайков. И... сколько просмотров, столько лайков. И потом посмотрю. Больше, если больше 30 будет этот самый... Если будет больше 20 лайков или 30, я снимаю еще видео. Ебать... Стой, не смей. Что она? Да она сейчас возьмет. Смотри, сейчас она просто будет брать все. Слушай, она с ней просто... Знаешь что, я тоже, наверное, куплю на этот, на колесную фигню. Меньше еб... Сразу два трактора сделаем, тут все. Давай. Твоя мать, Алиса пришла. Я не знал, что она такая ерва. Александр, ты куда?
Он обосрала чисто пацана, и он съебался. Ну, да. Я и говорю, был пацан, и нет. Спокойно, сами так работал, пришла девушка, обкатила его, и он слился. Я только хотел написать ему, что завтра... Он даже ничего, это, слышь, он даже ничего не написал. Ему просто на все похуй стало, лишь бы съебаться. Ладно, всем пока. Алиса, ты сучка. Ой-ой-ой. Не, ну реально, пришла бы, срала, еще тут заняла место, блин. Ой, толкает. Слушай, мне сколько их лет, мне интересно? А, ей 19. Да. Слушай, так она может... Слушай, а что у тебя за канал? Скинь сюда, в этот чат. А, как, так же, как и на сервере Моник называется здесь. Скинь в чат сюда. Рабло-мутант у меня. Пацаны, а, ну как ник. Да-да-да. Пацаны, у нас дерево не хочет рубиться. Вот всё. Где-где? Все прорубилось. Ну что, мастера? Ничего, блин. Взяла, обосрала и взяла технику, ничего. Я даже похавать из-за нее нормально не могу. Да, девушка у нас с характером. Кого хочешь. Улезла, пришла, обосралась. Ну что, мастера, ты супер, я почему? Между я просто прочим, убрала, а не я взяла, обосрала. Пришла, я между убрала. Прочим убрала, а не, с... а не обосрала. А, она так хочет всех отсюда нас. Убрать. Так, а? Хрена у нее получится. Если что, это значок, значит сердечко. То, что я поставил. А. Как? А, понял. Как ты поставил? Да легко и просто. Там, где Б есть. А, вот так... вижу. Ой, не то. Ну и три. Понял. Это... Я охуеваюсь, девчонки, просто. Что ж она вчера так тебе не показала? Макс, не страдай. Макс, все, не страдай. Ага, только не Максу надо это из прощения говорить. И Мишу. Блять. Макс, не страдай. Ну, бля. Блять, ну, бля. Чего, она что, узнала меня? Толкните. Ой, а кто ты через меня проехал? Пацаны, уедьте, я не могу. Да я затолкаю твою Алису, да? А. Да... Сука, пинганулась. Ну, хуй с ней. А откуда она тебе... Откуда она тебя узнала? А как? Откуда она меня знает? Она представляла, а как? Ну, Михаил. Она тебя не знает. Нет. А откуда... Макс, ты что делаешь? Сука, зацепился. Я отвык от этой херни. Я лесом...
А в лице запинговалась. Да у меня тоже бывает пингует. Нет, 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 она именно по траве прошла. Приехала, у нее запинговала. Опа! Блять, мне даже играть не хочется по-нормальному из-за такого профессионала. Если честно, я на данный момент тут сижу просто, чтобы поугарать над ней. Что? Хоп, выйдет с сервера. Не? Да? Не? Да, не. И куда она съебала? Нормас? Нет, она здесь. А пойдешь на отдельный сервер? Максим! Не зови. Ню-ню. Давай посмотрим, что она напишет и будет ли вообще игра. Окей, я вам создам ферму. Не-не, стой. Чё она? У неё свой сервер! А... У неё свой сервер! Сейчас подойду. Интересно, напишет ли она свой сервер или нет? Понятно. Куда она его отогнала? Какой трактор? Я ебу! Я ебал. Ребят, давайте отойдем туда на горочку. Покурим. Погнали бамбук курить. А то сейчас девка это нас натянет. Я что-то не понял, нахуй она отодвинула. Да, бля. Я охуеваю с девчонки. Идите ко мне, я тут... Лучше бы заблокировал я эту трассу. Какой заблокировал? Ты чё смеешься? Наоборот, я админа, давай сервер. А, ща. Она пошла свой сервер делать, подпускай свой делает. Взяла, пришла, обосрала и еще технику списала. Нормально. А где она? А ты знаешь, где... Что он тут стоял? Чё, бля? Сука, я нормально не могу даже задвинуть. Сейчас подойду. Давай это самое, Максим, задвигай. Девку, надо его. Такое творит. Мы сейчас по уголке курим, стоим втроем. Идите ко мне, вдвоем идите. Кто покурить хочет? Кстати, посмотри, как девушка работает. Она поехала продавать. Я знаю. Фух. Я охуеваю с ней. Это, Макс, поехали отгоним трактора свободные. Нет, пацаны, надо здесь догнать, здесь хотя бы завершить дело. Идти на 29-е поле. Потому что... Ё. Ну чё, всё? Видос прекращается. А это, а как называется видос? Хоть один скинь, а то ничего не могу найти канал. О, Робло Мутант.
Ну, написал так. Ну, большими буквами Робло. Ну, в смысле, R большая. Там у него, знаешь, что стоит? Член на фотографии. Короче, всем спасибо, что были здесь на записи. Я сделал это посмешно. Типа, и всем пока-пока.